Друзья, всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. У нас наконец-то в Питере потрясающая погода, лето, можно ходить в платьицах, поэтому я к вам сегодня в таком летнем легком образе. Но видео, которое вы сейчас посмотрите, было снято еще задолго до сегодняшнего дня. К сожалению, так получилось, что у меня не сохранилось вступление, хотя я точно помню, что я его снимала, но вот что-то пошло не так. Помните, в предыдущем ролике я делала макияж в городе Сочи, и это был макияж с ярким бирюзовым нижним веком. Если не видели, то кликайте на подсказочку, можете посмотреть. Так вот, в тот день я уезжала из Сочи, я об этом говорила в ролике. У меня был рейс в Москву, который прилетал ночью в Москву. И так уж получилось, что я провела ту ночь в аэропорту. Немножко даже спала на креслах в зале ожидания, немножко просто сидела, там что-то чай пила, что-то делала. На мне была водостойкая тушь, вот этот яркий бирюзовый карандаш, который мне сделали. И у меня не было средства с собой для снятия водостойкой косметики, поэтому я, по сути, не умывалась. Я смыла немножко только лицо, тон с лица, там в туалете аэропорта, но макияж глаз у меня остался, поэтому я просто вас предупреждаю, что вид у меня в ролике далеко не самый презентабельный, плюс, учитывая, что я там почти не спала, я с дороги, провела ночь в аэропорту и утром записалась в салон красоты на речном вокзале, это станция метро в Москве, куда можно доехать с аэропорта Шереметьево. И с утра я поехала именно на станцию речной вокзал и пошла в салон «Точка красоты». У меня был запланирован день в Москве, я должна была встретиться с парой человек, погулять. И я решила, чтобы совсем уж прям страшно не выглядеть, сходить в салон, помыть голову и высушить ее в салоне, чтобы просто более-менее нормально выглядеть. Я думала о том, выкладывать, не выкладывать такой ролик, потому что по факту он не особо информативный. Я там не делаю ни макияж, ни какую-то интересную укладку, никакие локоны. Но просто мою и высушиваю волосы, но решила, что выложу, почему бы и нет, тоже какой-никакой контент. Поэтому очень буду рада, если вы меня поддержите пальчиками вверх, подпиской на мой канал. Салон красоты, точка красоты, это сетевой салон, они есть в разных районах Москвы. И я, как уже сказала, пошла в салон на станции метро Речной вокзал в торговом центре Речной. И находился он на цокольном этаже, как бы в минус первом этаже торгового центра. В общем, поехали смотреть. Блин, пошел прям ливень, и пока я дошла до торгового центра, там буквально, блин, 50 метров, я уже вся мокрая. Так, на карте Яндекса указан второй этаж в торговом центре Речной. А женщина мне тут сейчас подсказала, что на минус первом. Как вот они так указывают, либо они просто переехали недавно, не знаю. За шиворот, ты чё? Может, там чуть-чуть полотенчиком вытереть? У меня прям затекло в спину. Сейчас. Ух, что-то погода такая сегодня не радует. На проборчик сделаем на левую сторону, хорошо? Там, где вы хотите, да. А у вас сеть же, да, салонов? Да. Я просто, ну, да. Проездом в Москве. Слышала. Да,
Я просто с дороги и давненько не расчесывалась. Понятно. В Сочи еду. Да. Они плохо просушиваются, да, у меня долго. Долго сохнут. Нормально. Мне всегда казалось, что очень долго они у меня сохнут. Всегда считалось, что долго сохнут. Да. Налево. Угу. Там у меня примерно они сами так ложат. Угу. Да, вот так. Угу. Это называется набрашинг, да? Высушка. Хоть поприличнее стало выглядеть. У меня был кошмар. Хороший. Ну, в общем, я не знаю, что здесь комментировать. В принципе, ничего особенного мы не делали. Мне помыли голову и высушили на брашинг. В принципе, получилось хорошо. Они не такие волосы, не настолько приглаженные, прилизанные, как от утюжка. Такие чуть более пышненькие, в то же время очень легкие, приятные. Единственное, мне не очень понравилось, что мастер иногда так сильно драла, прям, ну, чувствовала, что вырывались волосы. Я этих брашингов вообще боюсь. У них вот эти мелкие-мелкие такие зубчики, которые цепляются. А она еще прям так вот
орудовала им очень быстро, что у меня немножко вырывались волосы. Честно говоря, нравится мне вот этот цвет, как я осветлила, но я это делаю, по-моему, я уже говорила, для того, чтобы красить в яркие цвета, возможно, снова фиолетовый покрашу, не знаю, но пока мне так понравился цвет, что я даже не закрашиваю, хотя изначально собиралась сразу же осветлить и тут же перекрасить в яркий. Вот, в общем, вот так. Мне понравилось, что предложили чай. По-моему, больше ничего не было на выбор, просто чай предложили. Сделать или не сделать, я попросила сделать. Это хорошо, потому что салон очень бюджетный, и в то же время чаёк делают, это приятно. Но беда была с оплатой, почему-то в большинстве салонов вечно какие-то траблы, сказали только наличкой, либо переводом. Я пыталась сделать переводом, у меня карточка Юмани, это с Яндекс.Дзена, с Яндекс кошелька. Денежка. Пыталась перевести по номеру телефона, который мне озвучили, но перевод не прошел. Оказалось, у них не подключена система быстрых платежей, и конкретно с моего Юмани на их карту я перевести не могу по номеру телефона, только по номеру карты можно. Ну, в итоге администратор достала карточку, продиктовала мне уже номер, и после этого только я смогла перевести. Ну, тоже такие нюансы, знаете, не очень удобно. Плюс у меня была комиссия около 70 рублей, по-моему. Вот. И стоило это все удовольствие 790 рублей. Это очень бюджетно, это круто. По цене я считаю, что цена-качество соответствует. Да, видео такое, наверное, не очень информативное, ну да ладно. Как я вам уже сказала, я даже не столько для контента, сколько мне самой нужно было чуть-чуть привести себя в порядок, потому что мне целый день еще сегодня гулять. Вот. Напишите, были ли вы в сети «Точка красоты». Они находятся в разных местах по Москве. Может быть, у вас был какой-то интересный опыт с этим салоном. Пишите, мне будет очень интересно почитать. Всем огромное спасибо за просмотр. Всех целую. Увидимся в других роликах. Пока!